Мы советуем потратить немного времени и сделать данный тестер оптронов и микросхем 555, так как оптроны все чаще используют в различных радиолюбительских конструкциях. А про знаменитую микросхему 555 вообще молчу, ее ставят почти везде. Собственно, на проверяемой микросхеме 555 собран генератор импульсов, о работоспособности которого свидетельствует перемаргивание светодиодов номер 1 и номер 2. Далее начинается пробник оптопар. Итак, схема тестера для испытания оптронов и микросхем 555 работает следующим образом. Сигнал с третьей ножки микросхемы 555 через резистор R9 попадает на один ход диодного моста. Если контактом А это анод или К катод подключен исправный излучающий элемент оптофары, то через мост будет протекать ток, заставляющий моргать светодиод номер 3. Если принимаемый элемент оптопары также исправен, то он будет проводить ток на базу транзистора T1, открывая его в момент зажигания LED номер 3. И LED номер 4 также будет моргать. Некоторые микросхемы 555 не запускаются с конденсатором в пятой ножке, но это не означает их неисправность. Поэтому, если первый и второй светодиод не заморгали, необходимо замкнуть на коротковременно конденсатор C2. Но если и после этого первый и второй светодиоды не стали мигать, то микросхема 555 однозначно неисправна. Питается этот тестер оптронов и микросхем от напряжения постоянного тока 9 вольт. Микросхему 555 желательно поставить в сокет, то есть в панельку, чтобы можно было легко проверять другие микросхемы. Если вы захотите повторить эту схему, ссылку на нее вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами будем знакомиться и разбирать, как работают интересные и несложные электронные схемы.